9 число же, да? Да. Ну а все, отпуск кончается, еду домой. В Германию. Из дома в дом. В общем, у нас ЧП. Колесо. Спустило. Непонятно, где спускает. Непонятно, где спустило. Тоже не было моста, паром ходил, или можно было на поезде железнодорожном на машине переехать. На машине? Да, прямо на платформу заезжаешь и попёр. Он по тому мосту справа проехал раз. Тут дольше по времени. А что-то не знаю. Может быть то, что там ночью бывало, не работал паром. Ну короче, не знаю как. Как-то так было. Да, расслабляться всегда плохо. Время быстро бежит. Хоп-хоп. И все. Все, иду в досмотр. Пермский край. Сюда прилетел.
Я видел все туда, выше, выше. Вот сюда. Взлетная полоса, там далеко. Здесь еще работают. Видимо, для самолета делают подъезды, чтобы потом по этим трубам заходить самолет. Телефон заряжаю. Сувениры. Ну все, летаем с пермской земли. Сейчас самолет, еда, автобус. Ой, еда, автобус, самолет. Пока. Лечим. Сейчас 40-450 рублей. Можно поспать. Вот мой самолет. Сейчас он полетит с Франкфурта до с Москвы до Франкфурта. Все аэрофлоты. Там дальше какой-то он. Ревизий. Не знаю какой. Друзья, прошло 2 недели, вот я приехал, сейчас меня встретят. Прошло мое путешествие 2 недели, быстро, раз. Ну что, всех навестил, все хорошо, всем желаю здоровья, добра.